Всем привет, мои хорошие, с вами Экоэмери, и сегодня мы с вами будем кушать то, что никогда не было на моем канале. Да здравствует разнообразие! Ура, ура, ура! У нас сегодня будет Орион Чоко Пай, 6 штук в упаковке, все 6 штук мы попытаемся поесть. Также у нас здесь фрукты, нектарин мой любимый, виноград, который я купила почти бесплатно. Представляете, килограмм стоил 70 копеек вот такого вот винограда, он сладкий. Бомба. Просто бомба. 75 копеек, по-моему, стоил. Что-то в районе этого. Ну, в общем, очень дешево. Я взяла, не попробовав. Надо было сразу брать 2-3 килограмма, все, что там есть, потому что так дешево. Я нигде не видела такой классный виноград. Первый пошел. Здесь внутри такая штука. Это сладость моего детства. Каждый раз, когда заходили с родителями в какой-либо супермаркет, я просто мечтала, чтобы мне купили не то, что упаковку, а просто одну вот такую. Так любила. Сейчас уже много разновидностей. Там есть шоколадный какой-то. Я не пробовала. Решила взять классику. Заранее, ребята, извиняюсь за то, что вот эти вот звуки все, я не знаю, вам будет слышно или нет. Я максимально просто закрыла окно. Занавесила занавеску. Так, чтобы вам не было слышно, у нас просто внизу, прям под нашим зданием, ресторан. И там живая музыка. Я не знаю, у них там свадьба или день рождения, или какое-то мероприятие. Но они прям, знаете, во весь голос орут. Такое ощущение, что я заказала музыку к себе домой. Прошлым летом была даже такая проблема, время уже было 11. И они продолжали петь, я нашла номер горячей линии, позвонила, пожаловалась. Конечно, я их тоже понимаю, им тоже нужно зарабатывать деньги, то есть... Наверное, их выбирают как раз-таки из-за того, что у них живая музыка. Я просто не понимаю одно, почему нельзя петь в полголоса, в один голос. Ну зачем орать? Орать так, что 18-этажка рядом, вся прям слышит и уже выучила слова песни. Все лето был карантин, мы прям кайфовали, не было этой музыки. А сейчас опять. С одной стороны, я понимаю, что люди зарабатывают на этом деньги. Но, блин, мы тоже хотим жить. Вот это очень плохо, кстати. В Азербайджане, если ты живешь рядом с каким-то рестораном, пиши пропало. Буквально уже где-то час. Я жду, пока они закончат петь. Я вот сниму мукбанг. Я вижу, что они не заканчивают. Я решила, да ладно, будет такое музыкальное сопровождение. Вроде бы не сильно слышно. Я думаю, что на видео вообще не будет слышно. Я обычно сплю при открытой, например, открытом окне.
Смотри, балкон у меня открыт. Вот тогда бывает ужасно. Я люблю именно зеленый виноград. Желтый, так называемый. У нас в деревне мы посадили вроде. Он оказался темным. А я люблю именно такой. Сегодня влога не снимала, но снимала кучу тиктоков. Все в тиктоке спрашивают: Айка, когда суши? Когда будет новый мукбанг? Мимо проходящие люди, наверное, думают, что за мукбанг? О чем они вообще? И только мы с вами знаем, о чем идет речь. Я однажды в супермаркете видела парня, и у него, не помню, то ли АСМР написано, то ли мукбанг, хэштег и мукбанг. Я такая сразу подумала: наш человек, девочки. Причем такой, знаете, в форме, симпатичная. Мне почему-то кажется, что все, кто смотрит и вообще любит АСМР, мукбанги, это худые люди. Мы просто по ночам колдуем, и все. Лишние килограммы куда-то уходят, и все, проблема решена. Куда ты? Мне предлагали сделать мерч. Кто не знает, что это такое, типа футболки с какими-либо надписями, которые я хочу, я буду получать проценты с их продаж. Но я не захотела. Они предлагали сделать АСМР, мукбанг и продавать эти футболки. То есть отсылать эти футболки будут они, я буду пиарить. Мне выгодно, чтобы люди покупали. По идее, я бы себе хотела такую футболку мукбанг. Но, блин, неохота. Очень часто даже бывает такое, мне пишут что-то на почту, я даже не читаю. Сидишь там, переписываешься, обговариваешь детали, а потом еще в конце не договариваешься, тебе что-то не нравится, тому-то. У меня продажи рекламы в Инстаграме занимается отдельный человек. Региночка, тебе привет. Вот, а насчет Ютуба, вроде бы все работают с агентствами. Мне бы тоже не помешало. Потому что блогер желательно должен фокусироваться именно на создании контента. Снимать, монтировать, что-то создавать. Расскажешь мне, какая... Вы слышите это? Некоторые люди так красиво, например, делают фотографии, например, с виноградом, там чем-то. У меня не получается.
Не то, что красиво. Вообще сделать фотографию. Мама покрасила, заляпала свою кофту. Мне иногда кажется, что у меня руки дырявые. Эти руки растут не из того места. Во влоге я же немножко бабушку показала. Там хороший комментарий, который про нее пишут. Я ей вслух зачитываю, она по-русски понимает, но она сама не говорит. Она так радуется. Реально, спасибо вам огромное за все хорошие комментарии насчет моей бабушки. Ей очень приятно, и она мне такая говорит. А я, говорит, еще, говорит, умею плести ковры. Давай я покажу. Покажи, что я умею плести ковры. Я, блин, думаю, какой же милый человечек, вот реально. Мне кажется, когда люди становятся старше, они становятся как дети. Или, говорит, я буду плести носочки. Она очень красиво плетет носочки. Она говорит, покажи, покажи людям, что я умею. Я говорю, хорошо, не проблема. Бабушка не в курсе, что в ТикТоке видео с ней набрало уже 220 тысяч просмотров за один день. Она даже не знает. Бабуля, ты будешь звезда. Фатя мне подала идею. Фатя говорит, создай бабушке отдельный Инстаграм. Я такая, хорошая идея, просто этим надо заниматься. У меня реально нету времени. Работа вообще прижимает в последнее время. Брат двоюродный прессует конкретно. Надо работать. Вроде бы как бы карантин закончился. Все закупаются оборудованием и все дела. Работа потихоньку-потихоньку начинает кипеть, и это хорошо. В плане... Ну, вы поняли. Поэтому, например, вчера было всего одно видео. Мне коллега вчера говорит... А ты возьми, говорит, и сними мукбанг во время обеденного перерыва, например, на работе. Я поставила телефон. Смотрю, свет по-дурацки падает. Ничего вам слышно не будет. Да ну, думаю, нафиг. Все мы хотим ноги, как у Кендалл, попу, как у Ким. Попу, как у Ким. Заело у меня. Не обращайте внимания. Блин, я уже доедаю. Время сколько поздно уже. А, нормально. 8:30. Некоторые мне, например, пишут, Айка, ты потолстела. А потом следующая история, нет, ты похудела все-таки. Знаете, иногда одежда может полнить или худить. Худить, это правильно? Например, видите, здесь такое ощущение, что я прям очень худая. Сейчас не в тему, правда, но если обратить внимание, здесь я кажусь прям худенькой-худенькой, да? А иногда бывает, я одену что-то балахонистое, и все. Я прям жирная тетка. Я не толстая, я не худая. Я 56 килограмм. При росте 1,68 м.
Я считаю, это нормально. Кто бы что ни говорил, я не считаю, что я много ем. Схавала. Здесь было 3 нектарина, 6 чокопай. И виноград. Ну, поев что-то сладкое, я не могу насытиться. Мне хотя бы маленький такой кусочек сыра с хлебом надо съесть. Я не знаю, почему так. То есть мне вкусно, но я не могу наесться сладким. В общем, на этом все, ребята. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я сейчас быстренько смонтирую и кину его. Всех люблю, целую, всем пока.